Он самый лучший друг в мире. Очень активная собачка, поэтому она не позволяет быть депрессии, ничего. То есть она выводит человека любого из грустного состояния. Отличная порода.
мне очень просто нравится порода Ризеншнауцер. Это второй пес в моей жизни, Ризеншнауцер. Вот. Не знаю, из всех пород, наверное, я бы всегда бы только выбирал бы именно эту породу. А за что я его люблю? За то, что он универсальный во всем. Он и служебная собака, и охранная собака. Короче, лучше из них. Это мой самый лучший, единственный мой настоящий друг. Он меня всегда ждет, он любит меня. Ну, как можно не любить его? Он же такой классный, он же мой родной. И у него, кроме меня, никого нет. Поэтому мы друг друга любим, да, Мася? Да. Это самый преданный друг, хоть он и маленький, но он очень верный, очень умный. Он знает у нас команды, сидеть, голос, пока мы еще юниоры. Надеюсь, что это еще не все. Будем продолжать. Позитив. Один только позитив от собачки. Если бы не Филипп, так я не знаю, так бы и не вышел из дома. А так, в любую погоду идем с ним гулять. Свежим воздухом дышим.